Привет! Сегодня я расскажу вам, как сделать антистресс из ваты и воды, и больше ничего. Берете кусок ваты нужного вам размера, наливаете в стакан воды, чтобы его поверху покрывало. Можете насыпать краситель какой-то, любого цвета, и... Да, потом перемешивайте тщательно, чтобы вата впитала как можно больше воды. Потом нажимаете на вату и выжимаете какое-то количество воды. Вытаскиваете вату и жмете ее руками. Она создает очень прикольное ощущение, как будто это лизун. Так что обязательно попробуйте. Если вам видео понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Скоро будет новое обновление, и я покажу вам еще 8 лизунов, если наберется 40 лайков.